О, привет, я Георгий Лавренов. И в этом рекламном ролике я расскажу, почему вашим выбором должен стать ФМБК. Студсовет нашего факультета всегда заинтересован в решении очень важных для студентов проблем. До меня дошли сведения, что ирландский капучино в кофейном автомате Вердеграна не из Ирландии. Кто за то, чтобы изменить название Вердеграна на Грана Верде, скажите «я». Я. Вот так легко решаются проблемы на ФМБК. 80% нашего факультета составляет женский пол. Нашим мальчикам позавидуют даже Иньес. Правда, иногда учить три языка и нацэкономику бывает довольно трудно. Жора, а ты уже начал писать курсовую? О, конечно же нет, ведь она у нас только на четвертом курсе. Каков объем тела, образованного при вращении вокруг оси OX, фигуры, ограниченной кривыми Y, в квадрате, равной X минус 1, в кубе при X равной 2? Вы, пожалуйста, на втором ряду. Вообще-то на ФМБК нет высшей математики. Кстати, а что я тут вообще забыл? Наши студенты легко применяют знания, полученные в сфере межкультурной коммуникации на практике. Извините, я не понимаю. Я не понимаю. 9. Я не понимаю. Я не понимаю. Также наш факультет имеет обширную программу интернационального обмена. И прямо сейчас я заполняю документы на отъезд. Еще разок. А куда это вы собрались? Упс, видимо, уже никуда. Сдал? Да. Кстати, я получил автомат еще 2 недели назад. Вот почему вы должны выбрать ФМБК. Открой новый мир с ФМБК. Замечательный перечень дисциплин. Факультет международных бизнес-коммуникаций. Звучит неплохо. Нет математики в экономическом университете. Зато больше времени для изучения языков. И цены довольно приемлемы. Катя, дорогая, я нашла чудесный вариантик.